Сегодня в гости к вам пришли с мастер-классом именитые спортсмены, друзья Республики Башкортостан, ну и вообще жители Республики Башкортостан, которого знают за пределами Республики, за пределами России. И первые вопросы, когда мы приезжаем, как там Азамат и как его дела. Наши гости сегодня Искандарян Цыган Фрунзевич, двукратный чемпион Европы, двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России. Он тренировал ваших тренеров Дамира Максовича, Геннадия Викторовича, вот это я знаю, может быть, кого-то еще. И его сегодняшний напарник Азамат Узубаевич Бикбаев, мастер спорта международного класса, обладатель кубков Европейской нации, призер чемпионатов России и гран-при и вам подобный. Мы просим вас внимательно их послушать и, конечно же, задавать вопросы. Слово вам, уважаемые гости. Самое главное создать для него давление не только ногами, но создать в нем напряжение во всем теле, чтобы он уходил от того приема, который вы пытаетесь сделать. В этот момент его нельзя отдавать, а его делать.
если он встал на носочек, значит нет. Я делаю движение в него. В него. То есть вот эта нога у меня впереди. Эту ногу я как стараюсь выбить. Движение левой рукой. Ну, кому как удобно. Лучше всего, если это будет под локоть. Под локоть. Потому что она атаковать не сможет. И за счет вот этого рычага он полетит. Создали давление, он вас встречает, вы идете к него. Ногами не надо отходить. Я сейчас показал, что прошел. Практики давно не было. Давление создаешь, и когда входишь, вот движение идет. Конечно, затянуть. Но это, блин, уже больше исключение, чем прием. И этого не надо учить. Этому это уже от безвыходности делать. Прием идет под него, вот в эту область. Я своей грудью под его грудью. Движение ногой идет. О, зачем? Получается даже почти бросок. Чем сильнее он будет давить на меня, самое главное вот сесть под него. Если он будет вот так вот давить и атаковать, сидеть ниже меня, крутить у меня не получится. Для этого я постоянно рукой, которая снизу, для этого постоянно его прижимаю к себе. Прижимаю, не поднимая. Не поднимая его, потому что он будет садиться. Поднимать надо, если вы делаете совершенно другой прием. Если вы хотите сделать ручник, нужно прижать его. Прижать. Сейчас прием не обязательно пробивать вот здесь. Не обязательно быть, держать руки на лопатке, наверху, вот здесь. Самое главное, чтобы у него таз был прижать. Я могу и здесь отсюда скрутить. Когда я к себе прижимаю. Вот сейчас он лежит на мне. Рукой, которая снизу, я всегда его прижимаю. Если будете стараться поднимать его, то у вас рука отсохнет. Вы не сможете. Ну, потом не сможете. Тяжело будет бороться. А просто прижать в нужный момент, когда он от тебя отходит, это намного легче и правильнее будет. Потому что нельзя все 6 минут, только 4-6 минут пробить и пытаться его постоянно поднимать. Все 6 минут. Мы ничего не сделаем. Он просто будет садиться вниз, заходить. Даже если он будет постоянно давать вам пробивать руки, он будет вам их грузить. А когда вы будете стараться прижимать его, вот, автоматически я под него сажусь, потому что ногами по-другому мне не получится. Мне нужно его прижать. Чем меньше я ему создаю пространство, тем больше шансов у меня сделать прием и ему уйти отсюда. Мало шансов. Чем ближе я нахожусь к нему ногами, тем больше приемов я могу сделать. Не только с крупным я могу сделать. Могу и также же кропороход в корпус. Кто-то с более растянутыми плечами может создать давление и отсюда сделать тяжело. Затишный прием, конечно, но действенный. В борьбе любые приемы хороши. Прием.
Не отпускать его. Любой захват. Пробил я руку отсюда. Или там руку завязал. Любой захват, для чего вы берете? Значит, надо прием делать. Значит, выигрывать. Даже просто взять руку и прям за ковер выиграть. Отсюда уже, может быть, и сюда пойти. А вас вы берете руку? Отпустили. Пробили руку? Вытащили. Ну, понятно. Вот эти моменты. Боитесь захвата бороться? Так на тренировке больше бросайте, больше идите захват. Но если взяли захват, делайте прием. Не надо стоять и бояться чего-то. Пробовать надо. Взял захват, ну просто вы выходите за ковер, давление создали, это не нужно. Уже прием есть. Пробили здесь, то же самое. Пробили то же самое, вот эту. Видите, вот набрал. А вы все пришли, взяли захват, отпустили. Вот я взял захват, вот сразу убегаю. Наоборот, он берет захват, что это туда бьет? На ногах все вот эти моменты. Как прием? Чаще всего это заканчивается четырьмя баллами. Медали скидывал. За зайцами бегал. Вот такой. Фруктовые деревья. Груши, черешня, яблоки. Через два часа. Нет, наши ребята все. Можешь фото сделать? Да. Понятно? Давай тоже.